Во время карантина творческий потенциал раскрывается полностью. Меня зовут Ольга Броник, я мастер по флай-йоге. До карантина у меня была очень яркая, насыщенная жизнь. Чего стоит только одна эмоциональная фотосессия, которую мы организовали с херсонскими фотографами. Мы делали асаны, а фотографы ловили лучшие моменты. Вот и понадобилась нам швейная машинка. Я заглянула в одну аптеку, во вторую, в третью. Масок нигде не было. Я решила организовать херсонских рукодельниц. Ткани купить можно, машинки имеются. Тем более сейчас все остались без работы. Отозвались многие, и вот так у нас получился онлайн-цех. Первые средства защиты мы пошили для себя и близких, а сейчас к нам обращаются даже председатели ОСББ. Каждый день мы проводим онлайн-летучку, мы планируем график и вечером созваниваемся, делимся результатами, кто и сколько пошил масок. Привет, Настенька, поделись своим результатом. Плюс 200 штук. Наши маски из натуральной ткани, многоразовые. Одна рукодельница за 6 часов может пошить от 50 до 100 масок. Очень приятно, что к нам присоединились и предприниматели. Они помогают с закупкой ткани, а по выходным вместе с продуктовыми наборами для пенсионеров и многодетных семей они разносят наши маски. Спасибо вам большое. Мы не профессиональные портные, поэтому на наших изделиях где-то торчат нитки, где-то неровные строчки. Но главное, мы шьем с любовью и от души.